Привет, друзья! Сейчас все вы посмотрите мое новое музыкальное произведение, которое я, как говорят, изобрел и записал эту пьесу буквально позавчера. До этого, конечно, никто не слышал эту музыку, так что вы мои первенцы. Назвал я эту пьесу «Скандал». Да-да, тот самый скандал, который очень часто застает нас врасплох, потому что он может возникнуть просто, на ровном месте. И особенно это происходит в молодых семьях. Муж задержался в который раз, вроде как на работе, хотя кто его знает. Вот и получи, дружище, скандал, нельзя беспокоить жену, а жены... Еще как нервируют мужчин, по самым разным поводам, и всем вам это хорошо известно. Милые бронятся, только тешатся. Помните такую поговорку? Да-да, тешатся-то тешатся, вот только обернуться это может совершенно непредсказуемым разводом, а это уже очень серьезно. Особенно, когда есть дети. А детей по-настоящему жалко. Они-то совсем не виноваты в этом. Не виноваты, что папа с мамой, как говорят, далеко заплыли. Мне хотелось бы, чтобы вы почувствовали в моей музыке именно такое настроение. Думаю, без скандалов не обошлась ни одна семья. Разве что, как говорят, душа в душу бывает, в очень редких случаях. Итак, смотрим и слушаем мою новую инструментальную пьесу для саксофона, которую я назвал очень просто «Скандал». Пожалуйста.